канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Меня попросили сделать обзорную экскурсию парк-отеля для собак «Я и мой хвост». Ну, предварительно я просто хотел бы сказать, что я не занимаюсь таким гостиничным бизнесом для собак, да, а просто в качестве помощи вам могу оказать такую услугу, взять вашу собачку на передержку. В основном, вы знаете, я занимаюсь дрессировкой, да, коррекцией поведения, веду образовательный вид деятельности. И просто как помощь, именно здесь не будет 10, 20, 15, 30, 40 собак. Да, здесь я могу взять всего лишь одну собаку. Поэтому если у кого-то будет желание оставить собаку у меня, когда вы будете собираться в путешествие свое какое-то, в командировку, да, вам не с кем будет оставить свое животное, то записывайтесь заранее. Почему? Потому что больше одной собаки я не беру, дабы оказать качественную, так сказать, услугу. То есть просто помочь вам, и чтобы ваша собачка содержалась в качественных условиях, таких, каких она привыкла проживать именно с вами в городе. Ну, может быть, за городом. Еще такой немаловажный момент. Чтобы ваша собака была с прививками. Вот это основное условие, чтобы прививки были, чтобы животное было здоровое. Ну и давайте, значит, как бы перейдем к тому, что я вам покажу. Ну, начнем мы с вами нашу экскурсию, я думаю, что с того места, где у нас будут основное время проводить собаки. Да, проводить они будут вот на этой замечательной территории. Территория по периметру полностью огорожена, то есть все входы, выходы закрыты, так чтобы никто не переживал. Собаки не будут без наблюдения, будут под 100% постоянным наблюдением. Проводочков, электричества никакого нету, чтобы никто не смог сгрызть. То есть основное свое время будут находиться собаки вот на этой вот территории. Здесь же и выгул, собственно говоря. То есть убрать за собакой — это не проблема. Здесь у меня вот находится специальная клеточка. Эта клеточка, ну, здесь Маруся сейчас любит отдыхать, да, поэтому у нее стоит там маленькая будочка, она с тентом, да, чтобы не затеняло, чтобы солнце не било постоянно, да, то есть участки, где солнышко попадает, есть участки, где солнышко не попадает. Эта клетка нужна для того, чтобы собака адаптировалась. То есть первые несколько часов, да, в зависимости от характера, от размера, от повадок собаки, она должна адаптироваться к территории. Для того, чтобы она находилась здесь, не искала сразу входы-выходы, успокоилась, да, то есть это такая адаптационная зона. Ну, в основном у меня собаки вот на этих лежанках лежат, да, вот на шезлонге. Вот кто может залезть, он залазит туда наверх. Вот. Вот здесь находится внутри дома комната, теплое помещение, да, где мы ночуем, где переживаем непогоды всевозможные. Ну, теперь давайте о транспортировке. Ну, вот, собственно говоря, комната, в которой в ночное время, я повторюсь, что в основном днем у нас собаки находятся на улице, потому что это лето, это тепло, это хорошо, но в ночное время и в непогоду, да, там в холодные дни какие-то, соботы и комната, где находятся собаки. То есть вот есть такое место для крупных собак, да, есть место такое, и эта перевозочка является, как и перевозка используется для мелких собак, да. А вот здесь находится, если ваша собака привыкла спать на кровати, да, то мы предоставляем такую услугу. У нас вот эта вот кровать, она именно для того, чтобы на ней лежала собака. Ну, здесь я отдыхаю. Днем в основном я провожу, и живем мы с семьей на втором этаже. Средства гигиены, уходы. Лоточек, как вот можете наблюдать, внизу стоит. Вот он лоточек. Если собака, щенок маленький. Вот, ну, вот такая вот комнатка, она небольшая, да, небольшая комнатка. Вот, но я еще раз хочу сказать, что наши собаки в основном проводят время на улице. Это же клетка, эта клетка и вот это используется в качестве транспортировки на автомобиле, то есть привезти, увезти собак. Транспортировки.
Если вы отдаете собаку на какой-то долгий период времени, то я могу предоставить такую услугу, сам приехать ее в город и забрать. Мы находимся в 25 километрах от города по Промышленовской трассе. Вот, поэтому это, в принципе, какие-то затраты. Если у вас нет автомобиля, я могу приехать и забрать. Давайте откроем, посмотрим, как тут у меня все оборудовано. Для слишком крупных собак у нас вот есть вот такой автогамак, да, мы можем пристегивать вашу собаку, если у нее есть специальная шлейка. А если нету специальной шлейки и по габаритам, ну или к ошейнику, а если по габаритам ваша собака маленькая или средняя, да, то здесь у меня ставятся специальные перевозки, переноски, да, которые также пристегиваются ремнями безопасности. То есть транспортировка вашей собаки совершенно будет безопасная, даже с незнакомым человеком, то есть со мной. Ну, может быть, она будет пищать, визжать, если она у вас не приученная к езде. Но зафиксирована ваша собака будет либо в маленькой, если она маленькая, в переноске. Если средняя, значит, она будет в клеточке зафиксирована. Ну и, соответственно, если она слишком крупная, то просто пристегнута ремнем безопасности к ошейнику либо к вашей специальной шлейке какой-то. Идем дальше. Вся вот эта территория, я еще раз говорю, она огорожена по периметру. Адаптационные такие, если у вас нет желания, чтобы собаки общались с моими собаками, то есть я могу закрыть своих собак здесь вот в вольере, либо для вашей собачки вот предусмотрено, если это лето, если вы приемлете условия проживания на воздухе, да, ну вот мои живут здесь на воздухе. И сразу хочу вам сказать, что вся вот эта территория, плюс вот выгул, я специально выкосил выгул здесь, да, то есть вся эта территория обработана циперметрином, то есть у меня здесь нету ни мошек, ни клещей, никого нету, то есть это я делаю с периодичностью в 1,5 месяца, ну как по инструкции препарата. У меня здесь нету ни слепней, ни мошек, ну комаров так немножечко иногда бывает. Итак, здесь находится зона, это мои собаки здесь содержатся, да, ну соответственно, да, то есть щетки, все индивидуальное абсолютно, вот. Я думаю, что вы свое будете предоставлять оборудование для выгула, для адаптации собак. И вот здесь зона выгула, тоже место такое, видите, там есть и солнце, причем в любое время дня, то есть утром, вечером, есть тенек. То есть здесь специальное место для собачки, которая будет жить в гостях у нас. Смотрите, сейчас ведется работа, вот веб-камера стоит, где вы можете круглосуточно наблюдать за своей собакой, то есть со своей собакой, то есть вы мне даете свой аккаунт в скайпе, я вам даю аккаунт свой в скайпе, ставлю все это дело на автоответ, вы в любое время дня и ночи можете позвонить и понаблюдать за своим животным, как оно себя чувствует, как оно ведет, что с ним тут происходит. То есть вот так вот, вот здесь дополнительно вот это вот окошечко я наблюдаю изнутри дома за собакой. То есть, ну, я могу посмотреть, как по веб-камере здесь происходит, да, точно так же там, находясь на кухне, допустим, заглянуть и посмотреть, как себя чувствует собака. Теперь давайте посмотрим будку. Ну, будка здесь уже Маруська затоптала, достаточно большая будка. То есть здесь может проживать любая абсолютно собака. Здесь есть навесные шторки, но в зависимости от характера вашей собаки, собственно говоря, будет она их срывать или не будет она их срывать. Я сделал возможность их убирать. Будка оборудована у нас здесь вот так вот, вот можно поднять. То есть крышку заменить подстилку. Здесь будет солома находиться, потому что я считаю, что солома наиболее лучший такой вид подстилки. И пристегивается вот так вот, вот для того, чтобы собака не могла. Итак, здесь помимо вот этой вот сетки, которая предотвращает, эта сетка здесь нужна для того, чтобы сорняки сюда не лезли с соседнего огорода. Есть рабица, она достаточно высокая. Рабица это испытывали это моими собаками. Маруся как тут не пыталась, в общем, не выбралась.
Ну и, соответственно, дверочка сделана таким образом, чтобы собака, когда прыгает, толкает, да, упиралась она вот в этот вот косяк. Это специально сделано. Вот. Ну и, соответственно, крючочек у нас тут такой есть. Вот такой крючочек. Здесь у нас будет дополнительно находиться, ну, моя собака. Барчик, привет. Привет. Вот. Я вам могу сказать сразу же, что мои собаки, они совершенно адекватно относятся к другим собакам, поэтому конфликтная ситуация не будет возникать со стороны моих собак. Если со стороны вашей, ну, на то я и дрессировщик, собственно говоря, для того, чтобы помочь адаптироваться вашим животному. Так что можете не переживать с самого начала. Ну, еще что бы я хотел сказать, что если у вас будет возможность, если будет желание подкорректировать вашу собаку, собственно говоря, вот этот вот центр строился для того, чтобы я занимался здесь коррекцией поведения. Вот. И если у вас есть желание подкорректировать поведение вашей собаки, вы можете оставить ее здесь и, обговорив дополнительно условия, я еще могу заняться коррекцией поведения. У меня здесь есть помощники-психологи в виде маленького пуделя, да, и немецкой овчарки, которые мне помогут в адаптации, в коррекции поведения вашей собаки. Еще раз хочу сказать о том, что собака будет на передержку браться одна единственная, не две, не три, не четыре, не пять, не десять. Поэтому записывайтесь заранее, потому что запись уже сейчас идет. Все, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег с парк-отеля «Я и мой хвост», гостиница для собак. Всем спасибо!